нормально крутанем сейчас, один раз крутанем нормально, и если выпадает, то мы годные ребята. Просто сходу. Давай, единичка, 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 пожалуйста. Да ладно, две штуки! И снова всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и это новенький видосик для вас. Давайте долго не тянуть, а сразу перейдем к делу. Вы набираете мега актив, я просто очень благодарен всем вам, просто, это просто, я не знаю, я не могу передать словами за эмоции, потому что это офигенно, офигенно, просто вы бешеные. Ребят, в прошлом ролике я разыгрывал трех алоков. В общем, где-то вот здесь, где-то вот один тут, другой вот тут, и третий вот тут вот где-то. Вот эти ребята получают алоков. Добавляйте меня, друзья, я вам отправлю в течение недели алоков. Ребят, досмотрите этот ролик до конца, чтобы участвовать в следующем конкурсе. Ну а, собственно, спасибо вам огромное за такой бешеный актив, потому что это просто какой-то трэш. Я не представляю, что происходит, но вы там и подписывайтесь, и комментируйте, и по 100, по 200 тысяч просмотров, там 40 тысяч лайков на прокачке Челси. Я просто поражаюсь от вас, насколько вы крутые. Всем вам большое спасибо, давайте идти к миллиону, если мы добьем миллион до конца года, я просто тогда охренею. Спасибо вам огромное. Ну а, собственно, тематика сегодняшнего видоса такова, что мы будем кидать кубики. Новый ивент со скином попугай. В общем, дробовичок, ребят. А что тут самое главное, что мы еще должны выбить дополнительно вот эти два сета. А лунный удар, интересно, у меня есть? Сейчас давайте проверим лунный удар на всякий случай. По-моему, у меня лунного удара нет. У меня нет какой-то эмоции одной. Нет, лунный удар у меня есть. Знаете, какой у меня эмоции нет? У меня нет вот этой вот эмоции. Или нет? Вот этой эмоции. Вот этой. Я знаю, что у некоторых она есть. У меня реально ее нет. Она у меня пропала. Тупо пропала. Ладненько. Погнали кидать кубики. Видос до конца досмотрю. Я тебя запомнил. Понял? Я тебя запомнил. Ладненько, погнали. Нам нужно два сета, самое главное. И потом уже скин. Погнали. Не напоминать больше. Все, погнали. Let's go. Так. 4. Это все, что ли? Я понял, на что это похоже. Помните, у нас был ивент, типа, мы могли выбрать любой скин легендарный и тоже вот так вот крутили. И типа, если оно падало, то ты мог сразу забрать себе легендарный скин. Это примерно похожая, как я понимаю, тема. О, сразу же, ребят. А сколько нам нужно? Подожди, у нас один есть. 3, 4, еще 5. Блин, ну на самом деле дофига нужно. Блин, тратить много придется, ребят. Ну ладно, попробуем. А можно пропустить как-то? А, никак не пропустить. А, все. Давай еще. Так. Да ладно, сразу два? Не, давайте, короче. Так не пойдет. Да, давайте тогда еще больше. Сразу два падает, ребят. Два. Ну, неплохо. Еще будет так же? Я еще хочу. 5 нужно, чтобы получить попугая. Окей. Кстати, знаете, у нас на самом деле на регионе прикольную тему эту вели. Потому что на другом регионе в этом событии раздают скин. Какого вообще некрасивый, вообще говенный скин на самом деле. Ну, вообще говно. А здесь у нас, типа, прикольная тема. Так, мы будем выбивать еще. Нам нужно... давайте тогда сейчас обменяем, кстати, на женский набор. Женский набор заберем сразу же, чтобы был. Ну, кстати, неплохо крутится. 3 штуки мы потратили не так уж и много. Если мы за 8 тысяч все это выбьем, то это будет нормально. Давайте женский набор забираем. Забрали, выслан на хранилище. Давайте посмотрим, что это за набор. Склад. Угу.
набор. А где набор? Меня обманули, походу. Набора нет. Ну, скорее всего, придется перезайти в игру или типа того, я не знаю. Может, они не сразу приходят. Сейчас, короче, еще покрутим. Если, ну, сейчас наберем еще вот этих вот ящиков, чтобы давай собрать еще один набор, который на мужика. Ну и потом проверим. Ну, типа, где набор? Я хочу сначала их посмотреть, как они выглядят хотя бы. Чтобы хотя бы представлять. Я, в принципе, примерно понимаю, как они выглядят, потому что я, по-моему, сливал их. Но это было так давно, что, блин, я уже и забыл, ребят. Так, давайте пропустим анимацию одну. Понимаю, может, еще одну? Да ладно, сразу два! Почему у меня на анимации не выпадает сразу два? У меня на анимации не выпадает две. Я хочу посмотреть, чтобы оно раз остановило и еще раз остановило. Я такой сидел, такой... Amazing, что ли? Раз, два, три, четыре. Вот, один. О, третий. Нормально. Может, еще две? Давай, 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 давай. Ну, давай. Пожалуйста, по-братски. Ну, нормально. Три штуки есть. Нам еще нужна одна, чтобы забрать мужской набор. Потому что, ну, типа... Ну, вот это будет годно. Главное, чтобы она отправилась на склад, и я мог их посмотреть, ребят. Ну, давай, ну, блин, ну, серьезно, крутись одну штуку. Давай, одну, одну. Почему, когда я пропускаю анимацию, мне выпадает сразу две штуки? Раз, два, три. Почему не четыре? Почему не на 4 кубик? Вот давайте ради эксперимента. Вот я крутану пропустить анимации. Нет, не выпало. Запикать это надо, запикать. Мне выпадет. Сразу два, прошу, алло. Я хочу это показать, чтобы сначала видос ставить такой, там, супер музыка, и я такой, йоу, круто, там, все дела, деблю. А оно не выпадает. Только без анимации. Надо сделать то же самое, и такой, типа, я деблю, но просто без анимации. Ну давай, ну Гарена. Ну, кстати, мы не так много и потратили. 2000 почти. Ну, катата. Не, события, вот события, это мне нравится, это прикольно. Это не какие-то сковородки мы крутим. Прикольно, выпадет так выпадет. Мы можем забрать крутой скин, реально крутой скин. Первый скин на М1887. Попугай. Урон, точность, дальность. Офигенно же. Ну, остановишься? Понимаю. Понимаю, вопросов нет. Давай еще раз. Вот сейчас, если не упадает, то мы сейчас пропускаем. Если сейчас не упадает, мы пропускаем и... Я не знаю тогда что. Если оно там выпадет... О, кстати. О, нормально, нормально. Сейчас мы забираем скин на мужика. Скин на мужика мы забираем. Давай, вот если выпадет сейчас еще одна такая же, нет? Конечно же нет. Если бы выпало, я бы тогда охренел. Ну, ну. Понимаю, ясно. Ясно, понятно. Вопросов нет. Еще бы оно мне выпало бы. Так, мы должны забрать скин на мужика. Забираем, забираем. Сколько мы потратили на это вообще? Ну где-то, да, 2000. Так, склад. Лутбокс. Почему лутбокс? Почему все ново, а наборов нет? Реально наборов нет, ребят. Мне кажется, нас обманывают здесь. Если наборы не придут, я орну, серьезно, я орну. Так, ну остался попугай, самый главный скин. Пропускаем анимацию, раз. Пропускаем анимацию, два. Пропускаем анимацию, три. Ну и, собственно, две штуки уже выбили. Нормально крутанем сейчас, один раз крутанем нормально. Если выпадает, то мы годные, ребята. Просто сходу. Давай, единичка, 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 пожалуйста. Да ладно, две штуки! Вот это надо ставить начало ролика! Я такой, ту-ту-ту-ту, просто я там, amazing, я крутой парень. Две штуки просто за нормальный прокрут. Две штуки, е-бой, е-бой, дэм-бой. Две штуки, вот-вот, я чего хотел. Вот это можно в ролик ставить. Гаднота. Пропускаем анимацию. Крутанем один раз нормально.
И забираем главный скин. Не, ну это годно. Кстати, у меня скоро выйдет прокачка. Мы уже эту штуку крутили в прокачке. И там просто жесть, ребят. Ух, вы не представляете, насколько там жестко все. Так, ну давай, 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 давай. Ну давай же. Так, пропускаем. Выпадет. Еще раз. Все. 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 А зачем мне 6? Я крутил просто так. Если серьезно, я когда буду пересматривать видос, я крутил просто так сейчас, вот это вот один. Я охренею. Забираем. Награды были высланы тебе в хранилище. Но остальное мне, в принципе, здесь не нужно. А наездник вот этот есть, у меня все остальное есть. Давайте мистера Колу просто так заберем и все. Нормально. Так, прокрутили мы вот это. Все сделали, я красава, я молодец. Идем теперь в магазин. Идем теперь подарки. И разыграем в этот раз. В этот раз мы разыграем два вот таких набора. Да. Да. Два таких набора. Как раз таки к дробашу подойдут. Что нужно сделать? Быть подписанным на мой канал обязательно. Прямо сейчас подписывайся. Лайк поставь. Прям серьезно, лайк ставь. И, короче, давай так. Ты напишешь свое мнение, насколько это имбовый дробовик. Нужно было ли его добавлять? Либо его вообще убрать в авиапосылку, в аирдроп? Свое мнение напиши по поводу не то, что даже скина, и про скин, и по поводу этого дробовика. Напиши все это мнение в комменты, обязательно оставь айдишник. Два победителя будут, двух выберу, и они получат как раз таки синего феникса, в котором они будут гонять и тащить топ-1. Ребят, всем спасибо, кто меня смотрел сегодня. Всем большое спасибо за такой актив под роликами. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят, пока. Пау.